Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам, какую квартиру купила Бузова для своей мамы. Бузова очень трепетно относится ко всем членам своей семьи. Вот и для своей мамы Ирины Александровны девушка не пожалела 16 миллионов рублей на ценный подарок. Оля приобрела роскошные апартаменты в Санкт-Петербурге с видом на реку Мойку. Подруга семьи Бузовой Алина дала интервью журналистам. Она рассказывает: «Ольга не заставляет ни маму, ни папу переезжать в столицу. Она знает, что им в Питере лучше, все друзья рядом и места родные. У Ольги самостоятельная мама, так что подарок нужно было делать сюрпризом, чтобы она не прознала и не остановила дочь от таких трат. Хотя Бузову-младшую, конечно, не отговоришь, если она что-то решила. Ольга Бузова выбирала такую недвижимость, которой было бы и самой приятно проводить время. Ей понравился старинный дом, который стоит на берегу реки Мойки. Из окон этого дома открываются потрясающие пейзажи. Это очень хороший район, вот его достоинство. Во-первых, район тихий, а во-вторых, до Невского проспекта подать рукой. Квартира большая, больше 100 квадратных метров, в ней кухня и 3 комнаты. Когда мама Ольги узнала о таком сюрпризе, она чуть не расплакалась. Ольга планирует сделать ремонт в квартире, обустроить его светлой мебелью нежно-молочных, почти белых тонов. Интерьеры семья будет выбирать вместе в одной из крупных итальянских фирм. Расходы на ремонт, которые обещают быть немаленькими, Бузова тоже берет на себя. На отделку квартиры она потратит все деньги с продаж своей новой книги «Цена счастья». Она уже получила несколько миллионов и сразу же перечислила их маме. Кстати, состоялась уже вторая презентация книги Ольги Бузовой, на которую пришли многие ее поклонники. И книга Ольги тоже пользуется спросом. В своей книге Бузова учит людей, как достичь гармонии в жизни. Любить себя, но не быть эгоистом и не забывать о тех, кто рядом. Вот цитата из ее книги. «Любовь к себе – это не эгоизм и не жизнь для и ради себя. Любовь к себе – это естественная, радостная, осознанная, ежедневная забота о себе, своем теле, уме, душе и духе. Здоровое тело дарит здоровый дух и наоборот. Важно любить себя, а не быть эгоистичным, поглощенным собой и забывать о тех, кто рядом. Такое поведение не имеет никакого отношения к любви». И своими поступками, щедрыми подарками членам своей семьи Бузова подтверждает эти слова. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.